Я перед выходом на сцену спросила, надо какие-то слова, приветствия, что-то вообще говорить, что как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. А типа, они сказали, ну вот все, что нужно, сочтешь нужным, вот то и скажи. Вот, так я говорю, что огромное вам спасибо за то, что вы сегодня здесь сидите в этом зале и поддерживаете работу фонда «Адвита». Спасибо, низкий вам поклон. Я бы от всего сердца желала, чтобы подопечных у этого фонда было как можно меньше. Но уж если эти люди случились, чтобы помощь фонда «Адвита» была максимально эффективной. И этому способствуете вы, пришедшие на этот концерт. Спасибо еще раз. Ну, спасибо. А моя функция, значит, мне обозначили так, что выходишь и читаешь стихи. Так было объявлено вроде бы, да? Типа, читаешь свои стихи. Я говорю, а там не было уточнения, читаешь свои любимые стихи. Нет, говорит, не было там таких уточнений, поэтому я, значит, вольна делать все, что захочу. А я как-то вообще не чтец в последнее время. Глицин не помогает. Поэтому буду подглядывать. Но начну со стихотворения, которое действительно мое любимое, уже на протяжении которого некоторого времени. Это Михаил Щукин. Стихотворение «В чем держится душа?». Сейчас слушаю за кулисами произведения Баха в исполнении вот этого потрясающего коллектива, который я влюбилась еще в прошлом году в него. Вот «Дивертисмент» под руководством заслуженного артиста России. Очень-очень хорошее исполнение, это великолепная музыка. Получила большое удовольствие и поняла, что я хочу вот прочесть сегодня здесь. Вот только тогда я и поняла. Итак. В чем держится душа? Поди ее потрогай. Горчичное зерно да черевичный склон в хлеву своем дрожит и пялится на Бога, и в яслях шевелит дыхание с молоком. Мешай же ей туда и истину, и муку, пускай взойдет, как хлеб, по лестнице ножа. Кто руку удержал, елочному другу иголки поправлял, крест-накрест положа. Кто не держал руки, щадил слова и плечи колючим лопухом и шерстяным мечом. Солдатики мои, щелкунчики колечные, колечки-калачи да будут ни при чем. Прищеплены на свет, на снег прижатый вечный, да будут и они помилованы тьмой. Здесь не было о них, здесь я один замечен по киноваре губ и по устам сурьмой. Пускай дитя не спит, имбирный свой копчежец, пристрастно утолив звучащую звездой, как плачется ему, что от звезды отрежут блестящий луч ее на ломтик золотой, на яблочный завет, ореховую стужу, печеные следы и хвостики мышат. В чем держится душа, когда ее нарушат, когда ее возьмут, как ноты не душа? В хлеву своем дрожит, не пережить бы ночью, и в бороде отца не свить себе гнезда, от клацания щеколды, чтения пророчеств, за каплями вина по ребрам убежать. Ну, видели ее? И серенького зайца, сухого петушка, пускай дитя не спит, и скатерть теребит, в соломку лезет пальцем, и все сбивает банты, поджигает спирт, спасает от свечи картонного кихота, яичной скорлупой ответствует морям, как только день придет, как только дню охота, все приходить туда, по гусям, лебедям, по масляной дуде, по горечи гуслярской, как только не вихляй, но вырвешься к дверям. Как только не гуди, замарливай повязкой, проступит тишина по пресносущным нам. Как только не держись за иродовы вожжи и жемчугом каким не накатайся всласть, пускай дитя не спит, не спит дитя попозже, но только кот зевнул, и вечность началась.